Добрый день, вечер, намасте, тащи-далек. Сегодня хотел бы представить такой самодельный набор из чаш 5 металлов. Почему он самодельный? Потому что я его сам собрал. Чаши, разумеется, в принципе, подобраны хорошо. Вот, входят друг в друга. У нас самая большая чаша, это 27,5 сантиметров. Потом чаша 25 сантиметров, чаша 23 сантиметра, чаша 18,5 сантиметров, чаша 15,5 сантиметров, потом чаша 13,5 сантиметров и 12 сантиметров. Просто мы уже представляли наборы. Стекловый глаз, наборы, которые сделаны с точностью до 1 герца по чакрам, которые у нас самые дорогие. Из чаш тоже 7 металлов, они с такой с полоской идут, чаши 7 металлов, а те в наборах идут с двумя полосками, ну это можно отличить. Здесь полосок нет, и значит это чаши 5 металлов. У них немножко разная геометрия. Вот эта интересная чаша, у нее загнуты края внутрь. И она настроена на ноту Е. Там наклеечка даже есть такая. Вот. Ну, надо послушать и попробовать.